Рад, то, что я не познал это, я не понимаю, что это. Речь идет об алкоголе. Да, всем привет, да. Панки хуй там, смотрите. Остальные соболезные. Да, тут все, блядь, смотрите, Марселя Гринова. Типа, да, здесь иракезы там. Все скины метались, говорят, блядь, а где иракезы? Мы хотим посмотреть модно проклепанную игру. Вот они, как бы. Смотри, по безопасности КТР. Вообще, там. Не укинуло к нам. Секунду, секунду. Свои подкопки, так сказать. Но здесь только хорошие люди, абсолютно трезвые и здравые умы, так сказать. Сергей Евгеньевич, да, посмотри, это мы очень, вот, туда поверни, нам очень тебя не хватает. Только мой. Побольше, Сергей покажи, Евгеньевич, покажи. Сергей Евгеньевич, эти люди тебя очень любят и ждут. Здоровья, крепись. Мы знаем, что ты справишься. Мы верим в тебя очень сильно. Мы выросли многие на твоих песнях, на твоей музыке. Я тоже, знаете, в 88 году услышал «Здоровье», думал, да, молодая группа появилась, думал, не все, да, не дать, играют «Трусня». Это кроссовер, трэш, офигенный. Конечно, да, я слушал, я слушал более просто музыку. Московский панк называется, понимаете? Вот так вот. Все, приходите на концерт, как бы через месяц корабль, только Курген, бля, все рады видеть, будет праздник.